пор есть. Блять, а кстати нормально на руке тоже. Да. Вот Илья погнал. Сейчас наебнется. Не, выехал. Ох, нихуя. Один лёд. Прикольно. Да, раскинул. О, как. А. Первая помощь. Я кнопкой пользуюсь. Все, Пак, давай, гони. Я буду падать. Блять, не тормозит. О! Что постановило? Последний. Саня уже съехал. Да-да-да, тебя жду. Я тебя поймал. Да-да-да, по-любому. Хуй знает. Подожди, подожди. Давай, теперь давай. Хуярь, бля. Как ты это сделаешь? О, почти получилось, да. Молодец, съехал. Здесь видно, теперь моя очередь. Давай, здесь не ездили. Опа, иди. Да, я и не понял. Сначала что тут никто не ездит, блядь. Она не закрыта случайно, слышишь? Там какая-то табличка висит, блядь. Да. Да-да-да.
Это синяя трасса вообще. Блядь! Пиздец, что ты наебнулся, в корягу ударился, блядь. Да ну нахуй. Бабы. Вон они. Смотри-ка. Кости. Нет. В моей деревне 160 километров до Питера, сюда Таллина, сюда Питер, не нравится. Но. Это пользуется популярностью. Ага. Блять, неудобно снимать. Подожди! Строечка идет. Новые дома строят. Или для туристов, как обычно, или свои. Я думаю, скорее всего, для туристов. Кран стоит маленький. Какой вот здесь видок, объездная трасса. И так можно домой съехать, здесь много таких трасс. Там трассу можно вместе на подъем. Парим над облаками. Кстати, там уже чуть ниже нас это облака было. Туманчик это облака. Да, хорошо тут задувает. Бабка на сноуборде лет 80, да? Да. Да, прикольно. Thank you.
Выбнуться решил, молодец, мне понравилось. Сейчас, не хочу. Трусов выдрихну, да? Трассы тоже нормальные. Не получилось выебнуться у меня. Я думал, сейчас прыгнешь, оп, нога полезла, это. Нормально. Я заснял. Давай, ехай! Нет. Давай! Или ты меня тоже поснимать хочешь? Не, ну сейчас. Конёк не падает, не любит. Ты любишь. Опять лед! Ай-яй! Вот так надо спускаться. Он еще и лыжу проебал. Где-то. И вот так на пузе ехать, блин. Что, вы очкуете, что ли? Нет, мы наслаждаемся отличными человеками. Тишина. Какие лыжи скользкие? Нашли путь на синие трассы, то есть разобрали сами там. Да. А это синие? Да. Вот это, ну, по-моему, тихо, это зеленое. Мне сказали зеленое. Зеленое? Да. Меня наглым образом. А потом, алло, последующее, мы сейчас... Там красная тоже нормальная, с большого. Синяя, да? Нас мужики уже караули. Если говорят, это и зараз едете, значит, на другую можно ехать. Они нас напугали сначала. Да. Да. Я что, и жду, когда они поедут. Они пришли поржать. Мне вам показать потом. Да. Давай. Давай, апгрейд твой будем смотреть. Сейчас я тебе поддам тогда. Я тебе помогу. Так, так. Во! Погнала в лес, погнала, погнала, молодец! В глаз ей не тыкни. Сейчас она назад уедет, блин. Молодец, ну сейчас ты назад пойдем. Раз, Арис, ебись! Да, тут убитая, зашкрябанная. Ты слишком сильно наклоняешься, камикадзе.
Хорош, блядь, подножки ставить. Давай куда? В забор, в канаву. Да. Пухие. Пухать надо меньше. О, вон там вид прикольный. Направо посмотрите. А там, где солнышко, вот это вот, блин, шикарно вообще. Кордон. Пиздец, дорога убитая, нахуй. Проезжай, едь где хочешь. Оседлать хочешь? Жеребца? Я заснял. Криво, но заснял. Нет, здесь синее. Вот. Вот. А, там тоже ползут мне. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то должно случиться. Ребята, вы куда нас завезли? Налево, Наташ, налево. Камикадзе не выехать там. А мы сейчас на красную выйдем? Не знаю. Нет. Я вот это беспокоюсь. Может быть, мы найдем красную сейчас. Да, если нам повезет. Вот я смотрю, куда люди-то едут. Вниз. Вниз? Да, выехала. Сейчас что-то будет. Сейчас трамплин будет. Давай, камикадзе! Ух ты! Так, не на меня. Да. Вот теперь аккуратно ползем через лес. Да, ближе к цивилизации. Ты, надо было говорить чай. Дай мне чай. Горячий. А ты не взяла пляску? Я побоялась, что меня на прикрока. А, Наташа? Да. Ты в конце покуришь, сейчас хочу курить. Да. Блять, нахуй! Это был педагог. Хорошо, ты там все заснял, да? Нет, я концовку, я начал. Нажал на кнопку, она включилась. Все твои ругательства я думаю, пропустил. О, смотри! Тормози! Да. На жопе? Как хочешь. Я даже не вижу ее. Вон, мальчик едет, видишь? Тормози! О, Санек, поехал.
Зигзагами едьте, как Саня. Ты умеешь, ты съедешь. О, Саня поехал. Зигзагами едьте, как Саня. Ты умеешь, ты съедешь. О, есть одна. Сними лыжи, спускайся на жопе, на лыжи. Вон, Катька едет, молодец. О, упала, вот она. Пропустил. Катька почти съехала! Ничего сложного. Ты не упала, да? Ничего сложного. Зигзагами большими проехала и все, да? Ну. Да. Ваш комментарий, педагог. Ладно, у меня комментарий один. Да? Вот здесь где-то будет, да? Окажешься? Это рядом стоит? Да, стоит, мерзнет, ждет. Блять, не раз здесь это там. Тихо, блядь! Я тоже испугался. Ох, как тут, блядь! Ночью мне надо работать. Что туда и свернул, бля. Там пиздачи, походу. Нырнул. Ёбнулся. Да. А там трамплин, наверное. Я тоже прыгать не умею. Ты нам было вон там, на съезд. Чё ты? Ага. Всё, давай, Саня, дёргай. Ты снимаешь или нет? Ага, тоже снимай. Ну как, ты чё? Thank you.
Давай, давай. Если разобраться, здесь выехать лучше можно будет. Давай, Вань. Чего? Вон едет за всеми, да и все. Я, видишь, пока снимаю. Не, Вань, ты не видишь. Thank you.
пальчик. Надо пальчик тебе. Давай, ехай. Такая же хуйня, блядь. Есть. Дорога закончилась, блядь. Да. Илюша, добить ее хочет. Есть, есть, есть. Yeah.
туда поворот идет. Поехали. Короче, писец, шторм начинается. В середине шторма. Да. Пытаемся выбраться. Такой вот видосик. На это въехали полчаса, наверное, наверх. Подъемники сраного, другой сломанный, закрытый. Домой ехать. Получится, не получится, хрен знает. Все, готов? Да, в самый низ едем, да? На синий огрызок. Работает. В общем, из дома вышли, едем на трассу. Здесь такая дорога. Ветрено, конечно, пиздец. Подъемники, наверное, не все работают. Все, готов? Ползать надо, что здесь? Или по воде, или вон там. Здесь ручей, что здесь? А что не упал? Ай, почти. Подъемники. Вы где, блин? Давай, мы тут были. Пиздец просто. Ох как, бля! Проезжай так же.
уже и так пробили. Ой, молодец. А у меня наоборот не едут. Под елку залезла.